Всем огромнейший привет, друзья! С вами, как всегда, Айс. Мы продолжаем прохождение Мора Утопии. Всех с Новым годом! Новым счастьем! Всем хорошего в Новом году! Все-таки у нас вечером письмо пришло, которое мы, как всегда, не заметили, да? Вот. И про Еву нам объяснили, что это не она. Мое предположение было слишком самонадеянно глупым. Ну что ж, бывает. Самозванка, блин, еще за Еву ответит. Ну-ка, смотрим письмо. Записка Бураха, Артемий. Приказ инквизитора. Вроде нет новой записки. Или записка прям вечером будет. Какая у меня подружка. Подруженца целая. Только мне надо спать, чтобы пришла. Блин, давайте еще 2 часа поспим. Все равно нету. Нету. Странно. Давайте еще 1 час поспим. Оба, пришло. Пришло. Письмо самозванки. Ева встала на краешке соборной балюстрады. Скинула руки и сделала шаг вперед. Воздух не поднял ее. Она не сумела взлететь. Чуда не произошло. Я знаю, зачем я совершила то, что совершила. Хочешь, приоткрою тебе секрет? Новая гостья не Аглая. Святотатство не мор в соборе. Святотатство — твое вчерашнее нерадение. Вчера ты должен был победить, ты не победил. Может, у твоей новой музы и будет лучше, чем получалось у нее. Мысли о новой гости она хотела подготовить в твоем сердце. Подумай об этом на досуге, Клара Вестница. Новая муза — это Аглая? Ты не победил? Нерадение вчерашнее? Какое это вчерашнее нерадение? Что за чушь? Не было такого. Ну, не было такого. Я вполне родил. Мой господин, какая у меня хорошая подруга. Какая прекрасная подруга, да? Я прямо сразу в театр отправлюсь, чтобы время не терять, наверное. А, кстати, может быть, все-таки ночью зайти к этому горбуну, и он будет принимать кровь, или вряд ли, да? Скорее всего, нет. Если бы он принимал бы в любое время года. Реально ведь. А логично ведь, да, ребят? Я думаю, что да. Но, с другой стороны, к ним можно и зайти, ничего, не убудет, время есть. А всем забываю, что иногда можно прыгать. Правда, не знаю, для чего тут, в принципе, вообще прыгать. Если мы никуда запрыгнуть, то... Ой, блин, простите, пожалуйста. По большому счету не можем. Ну что теперь? Да ничего, ничего. Самозванку увижу, сука, пристрелю за Еву. Ну ладно, конечно, не пристрелю. Ну, теперь бы я бы ее сдал. Может, и надо было ее сдать, а? Нет, ну там бы не прошло бы. Кровь в любом случае мы смотрели. Но может, надо было просто выбирать другие диалоги, типа, я тебе все равно инквизиторши сдам. И плевать мне на твою кровь. Тогда бы Ева была с нами. Так ли она нам нужна? Ну, в принципе, я к ней прикипел уже как-то. Ладно, это глупость. Вряд ли могли бы изменить что-то в этом плане. А Ева, видите как. Новая муза. Кто новая муза? Аглая? Она освободила место под Аглаю? Серьезно? Сильно сомневаюсь, но... И она узнает. Блин, не получилось с первой попытки. Чего, он пустой? Это не он пустой, это второй пустой. Здорово.
Лягушучий потрох, а? А я и забыл сохраниться, да? Ну почему, блин, ну... Ну почему в Гатане, когда мы его стримили, такой проблемы не было? Ну почему залази не на второй экран? Ну с какого переб... Ну что ты будешь делать? Ну обидно это, как не знамо что, честно. Особенно для записи, ладно бы самому играть. Отключать второй монитор не могу, потому что там опсы и все программы, которые я слежу, чтобы не лагало и так далее и тому подобное. Естественно. Ох, у меня же жизни полная почти. Кубышка, нет? И он одним ударом ножом, просто одним броском своего кукри убивает меня. Да ладно, такого быть не может. Или я туплю? Да нет, у меня здоровье полное, считай, реально. 17 патронов, кстати, есть, это очень круто. Плюс заряд 6, 21 патрон. 21 патрон, это теоретически 21 утырок убитый. Ну, теоретически, конечно. Ну здравствуй, здравствуй, хрен лобастый. Первый пошел. Второй пошел. Деньгу давай. О, нормально. Пуля почти окупилась. Наверное. Так вот. Ах ты, сучий потрох. Стой, подруга, сейчас мы тебя спасем. Зарежем этого поганца этого. Вот теперь пули две окупились. Оба, еще и отмычечка. Великолепно. А вот теперь точно окупились. Зайдем-ка в магазинчик. Промтоваров, ну ладно, не промтоваров. Просто магазинчик. Пожалуй, берем. Рыбу нет. Рыбу не хочу. Мне нужен еще, знаете кто? Кто ремонтирует оружие. Вот тот мне нужен человек. Кто отремонтирует мою винтовку. Бравую. Сколько, который час там, кстати? Сейчас будет уже новый день. День подошел к концу. Оба. Благодаря вашим своевременным усилиям, люди, которые стремились помочь вам в ваших трудах, не успели подвергнуть себя опасности. То есть мы всех спасли. В театре маски репетируют новую пантомиму. 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 Оба, письмо. Вечернее письмо инквизитора, день седьмой. Да, над нами жестоко пошутили. Знаете, Данковский, это все издержки нашего статуса. Таких людей, как мы с вами, опасных и гениальных, всегда бросают в пекло, на всякий случай. Как запасной вариант, стало перед нами ставя перед нами цели, бессмысленные и невозможные в принципе. А войс да придумает что-нибудь. Беспроигрышная карта, на которую ничего не ставится. Выиграет хорошо, будет битва не жалко. При таком отношении к себе остается только одно – мстить. И жестоко мстить за подобные отношения. Я ненавижу лицемерие. Вы, наверное, тоже. Так вот, заставим лицемеров пожалеть об их ханжестве. Они полагают, что мы ни при каких обстоятельствах не сможем исполнить их поручения буквально в этой той части, где им ни за что, где им не за что опасаться. Вынести решение по совести, сказали они вам. Вынесите его, ничего не бойтесь, истребить любой ценой, но предельно изящно, сказали они мне. Будет им,
Впрочем, обсудим завтра. Письмо сожгите, это я так, от отчаяния. Аглая Лилич. Любопытно. Остальные письма, кстати, остались все еще. Потому что день еще седьмой, да? А не восьмой. Задачи дня, другие дела пока что у нас нет. Сейф. Можно пообщаться с барышней, кстати. Посмотреть, сколько чего стоит починить. А, только это, да? Да, драпировку даже чинить не буду. Хотя, да, я думаю, что там совсем дешево будет, да? Да, 27. Ерунда. Вообще ни о чем. 27 монет. Странное письмо, честно говоря. Я разбираюсь в ходе небесных светил. Мне известна логика чисел. Да, госпожа. Твердое тело тонет в воде. Это закон. Жизнь распадается на частицы и возрождается снова. Это закон. Видишь теперь, сколько тайн скрывает земля. Чем страшнее тайна, тем глубже недра. И тем меньше колодцев могут добраться до них. Вы можете дурить голову кому угодно, но не мне, эмиссару всемогущих властей. Я знаю, как строился этот мир. Я знаю, как в нем устроена жизнь. Я знаю законы, по которым он существует. Все было задумано просто, строго и соразмерно. Истинно, госпожа, все так и было задумано. Истинно, госпожа, все так и было задумано. Быть посему, это не конец света, это всего лишь эпидемия. Нарушенная соразмерность. Закон восторжествует, и я восстановлю равновесие. Еще не все потеряно. Я знаю, где искать корень этого зла. А точно ли ты знаешь, где искать корень этого зла, подруга? Я вот сомневаюсь. Тебе все марионетки, скорее всего. Просто марионетки. Не, видите, какие у меня теперь зрители. Аплодируют редко, на бис не вызывают, но они и прокатывают. И как видите, что не вечер, то аншлаг. Вы, конечно, видите в этом меня, понимаю. Нет. Таких бесед задушевных, которые были в ремейке с Бурахом, у нас с Яном не будет. Ну, ладно. Нет так... Оба-на. Бык. Бык, бык, пацаны. Появился бык. Оба-на. Офигеть. Вот он появился, бык. Прикольно. А еще вот так, смотрите, можно посмотреть на это все дело. А вот он. Бык. Можно подумать, что клоун какой-то. Вот, типа это глаза, это мозг. Но нет, вот они рога, вот они. Копыта, вот он хвост, бык. Ну, я бы, наверное, сразу не понял, что это бык, если бы не играл в ремейк. Поэтому... Он там, конечно, более был однозначен. Более понятен, но появился бык. Круто, честно. Честно говоря, круто. Новых писем нет, новых писем нет. Дел, задач пока тоже нет. Но мы опять ночью пойдем, потому что... Хотя, блин, из-за этого могут скрипты некоторые сбиваться, да, из-за того, что мы ночью ходим.
Блин, ну я кладу просто хочу зайти к большому. В сгусток. Просто зайти к большому Владу. Да и спать нам, как бы мы выспались, что нам время терять. Просто так. Тоже, с одной стороны, не дело. Я понял вас. Зашибись. Как же они быстро инфекцию заносят. Ну, это логично, я же не одет. Я же практически голиком расхаживаю. Бедным своим Даниилом Данковским. Ух, ёперный театр. Еперный-приеперный театр, да, вот он, бык. Вот он и появился, бык. Прям явственно, да. Восьмой день у нас будет всего лишь. Лишь восьмой день. Еще далеко не конец. Пока что у нас все неплохо. Мы выполняем задания грамотно. Ну, настолько грамотно, насколько это позволяет наше нубасианство плюс подсказки. Без них мы бы там зафейлились, наверное, уже несколько раз. Хочу зайти к дочке Влада и к самому Владу. Пообщаться с ними. Сначала Боус. Тяжелый путь я прошел. Крепитесь. Скорее всего, к Кае нам надо идти будет. Ну, оба, музыка опять, это прикольно. Мне так кажется, почему-то в этот день будет с Каинами что-то связано. Вы остались? Удивительно. Я была уверена, что вы воспользуетесь первой же возможностью, чтобы уехать отсюда. Нет, мне здесь уже нравится. Я вошел во вкус. Чего нового нам не сказала, да, девушка? Можно к Сабуровым еще зайти. Только смысл вообще идти к Сабуровым сейчас. Знаете что, можно пополнить боезапас и сходить к младшему Владу. Как он такой вариант? Хотя зачем мы боезапас сейчас пополнять? Прямо сейчас. Тоже глупо. Младшему Владу можно сходить. Я вчера у него вообще, кажется, не был. Только если ночью. Или как бы вообще не позавчера, когда он там говорил про поджигателей, которых мы не пошли. Ну, в принципе, правильно сделали. Но не пошли. Да, я думаю, что к Владу надо зайти. Зайти сюда, в магазин, это же магазин. Сколько стоит мясо? 700. Берем все, наверное. Берем все. Пока есть деньги, берем все. Только деньги исчезнут, мы перестанем брать все. Логика железная, правда? Да, я думаю, что да. Где мы там находимся? Ну да. Я просто хочу к бочке еще подойти, к этой. Набрать водички, чтобы пустые бутылки как бы лишний слот не занимали. Четыре пузыря набрали мы уже с утра, вернее ночью. Можно вообще попробовать в машину сходить туда, ну, к Бураху, ну, типа, смысл? Не, я думаю, что нет смысла. Там делать еще. В Коспине можно зайти, но мы же вроде не давали антибиотики, поэтому, скорее всего, возможно, она уже погибла. Мне кажется, что она не погибнет просто так. Да, у нас наверняка есть много вопросов, но все не терпят. А один, вот этот, самый болезненный, пожалуй, не терпит. Мы и так потеряли слишком много времени. Дрянь-то натечет. Да и опять же, ваш визит в термитник. Лучше уж сразу с этим покончить.
И что же это за дрянь? Извольте видеть, я получил сведения от своего осведомителя. Весьма надежный источник, хоть и червь. Что из термитника идет поток фальшивой панацеи. А я тут, скажу честно, имею прямой интерес, поэтому хочу воззвать к вашей помощи. Вас это тоже касается. Какой же у вас здесь интерес? Очень простой. Панацеи будет мало, это очевидно. Мой добрый друг Бурах, чье мнение, собственно, является тут самым авторитетным, утверждает, что может получиться в лучшем случае около 15 порций. Я заинтересовался в том, чтобы они попали в хорошие руки. Как вас понимать? Как только приближенные узнают о панацеи, да еще получат склянку этого эрзаца. Сами видите, эти романтические люди только и ждут момента, чтобы пожертвовать собой. А тут они вовсе потеряют осторожность, начнут рисковать, полезут в заразу. Спасение это за пазухой, ага, на спасение не действует. Так что же купит непроверенную панацею? Дело в том, что эти мерзавцы прикрываются. Да-да, вашим светлым именем. Говорят, что это ваши рецепты, так сказать, предъявляют патент. Не знаю уж, что они там предъявляют, но наивным людям-то вашим имени довольно. Да и история с сердечком уже известна в узких-то кругах. Причем тут это? Сердце было нужно, чтобы изъять образец культуры. Ну как бы то ни было, они достают живые сердца. Благо в термитнике тебе нет недостатка в таком материале. И на глазах у заказчиков готовят снадобье. Можете себе представить, что у них получается? Я хорошо вас понял. Вы говорите, они устроились в термитнике? Мой осведомитель сказал, что это какая-то из комнаток в долгом корпусе. Он сам их не видел. Я найду этих мерзавцев, а потом вернусь к вам. Предстоит тяжелый разговор. Понятненько. Черный рынок панацеи. Опять подменяют фальшивую драгоценную вещь. Фальшивкой, которой защитные часы успела для многих стать символом жизни. Термитники группы червей занимаются изготовлением бурды, которую они продают за огромные деньги. Прикрываясь именем Исидора. Ну, доберусь я до вас, сукины дети. Термитники, ну. Первый корпус термитника. Надо туда идти, получается. Прямо сейчас? Ну, почему бы и нет? С другой стороны, там же не указано конкретное время, когда я должен в термитник попасть. Правильно? Правильно. А то можем отправиться прямо сейчас. А, вот теперь можно и к боссу Владу зайти, мне кажется. Это же его термитник, в конце концов. Это же он должен отвечать был за этих людей. Логично, логично. Червей не важен. Это его черви. А если это его черви, то в ответе за них он. И в ответе он за них. Бандитов, кстати, не так много. Поубивали, видимо, моих. Достаточное количество. Так, сюда, сюда. Ну, в принципе, можно, наверное, было зайти их Каином. Но к Каинам я еще зайду. Потом. Потом. К Каинам мы еще зайдем потом. Вообще, конечно, я опять, наверное, неправильно делал. Надо было поспать, чтобы все дела сразу отобразились. С другой стороны, просто не хочется время терять. Хочется точно успевать все сделать за день и потом уже. Потом уже, соответственно, если что, спать. Наверное, не совсем это верно. Спать лучше по ночам. Ну, сходить в театр и спать. Ну, в термитник мы сходим все-таки.
Поспать потом можно будет у Оспины, например, если нам туда пустят. Или, в принципе, можно сейчас, прямо сейчас. Но я хочу Каньянгел зайти, в Кабак зайти и в Ксабуром зайти. Вот таким путем обойти все это, да? Потом зайти в Термитник и Оспины поспать, если это получится. Таким вот полукругом, да? Практически кругом. Овалом. Пройти все это сейчас. Ну, не сейчас, а вообще за несколько, может быть, серий, смотря сколько это займет времени. Пипец. Секция... Подождите, а может, я до этого где-то подцепил ее? Да нет, вроде. Ни с кем мы ничем не занимались, с крысами там. Близкого контакта не имели. Скорее, это облако просто поганое. Ну-ка. Да, инфекции тут нет. Казалось, что я увижу издали облако. Ну да, я его вижу, вот оно. Только это не совсем облако. Ну, вроде все... Нет, долбануло. Долбануло, сука. Обидно. Однако-то. Однако-то обидно. Да, кстати, когда в соборе говорили про закон, подумал сразу об острове доктора Моро почему-то, когда там этот главный из животных говорил, это табу. Это тоже этот закон. Не знаю, почему такие ассоциации. Вдруг. Саундтрек шикарный. Вообще классный. Оба-на. Подруга, видите, какая тут гуляет тебе? Короче, ночью происходит какая-то на улице полная лоханалия всего и вся. Темнота. Друг молодежи. Голова ужасно болит. Сюда я зашел сейчас больше так, просто по дороге, а и чтобы сбросить этих крыс, мутантов и остальных, которые за нами гонятся. Там у нас по восьмому, ну восьмой день еще в принципе не начался, еще. У нас как бы продолжение седьмого дня, ночь. Зайдем в кабачок, купим кабачки. Не знаю, зачем орехи я покупаю. Орехи не меняются. Орехи же не меняются, к сожалению. Наверное, я трачу время зря. Надо было спать, да? Но мне интересно, правда, очень интересно. Что будет, если вот то-то, что будет, если вот все-то, грубо говоря. Охренеть. Сколько раз надо было ударить эту поганую крысу. Здоровье там немножко потеряли, это не страшно. Главное, чтобы инфекции не было. Сначала зайдем к ней, потом пообщаемся с другими. Понятность. Да, это потеря времени. Если к младшему Владу мы зашли правильно, то к остальным всем это тупо потеря времени. Ну, с одной стороны, можно сказать, что по дороге к... Термитник у нас с другой стороны там. Это все равно потеря времени, к сожалению. Теперь можно еще к Петру зайти, да? Тоже это глупость и потеря времени. Было изначально просто идти, наверное, туда, да и все, да?
Если уж собрались идти в термитник, надо было идти в термитник. Тупо не обращая ни на что внимания. Надо вообще поспать до утра. Потом уже сразу по дороге во все дела зайти, как мне писали. Вас, как всегда, прав в этом плане. А я всегда туплю. Ё-моё. Логично. Ну а как тут пробежать? Тут не пробежать. Тут тупо не пробежать. Почему эти танцовщицы стали ходить по ночам? Потому что с них сердца стали вырезать, что ли? Они добровольно их отдают. Такое возможно, нет. Я прям полностью, блин, сейчас оденусь. Чтобы наверняка максимально повысить свою устойчивость к заразе. Не осуждай нас за распущенность, такие у нас нравы, такие обычаи. Вы танцовщицы, все же безмятежные, все так же. Неужели не боитесь? За черной полосой всегда наступает белое. Как приятно будет вычистить всю грязь и начать жить сначала. Твоими бы устами. Да мне некогда тебя осуждать. Да. Получаем заразу в любом случае. А это очень плохо. Надо было спать. Ну, может быть, к Каспине пойти тупо и там реально поспать. Это странно, мне кажется, я в этот просто не пройду. Просто не смогу пройти. Меня просто этими облаками задолбает. Они, кстати, ходят действительно очень безмятежно, абсолютно, не боясь ничего. Абсолютно не боясь. Попробовать скипнуть все это. Ну, облако не скипнется, скорее всего. Да. Облако, скорее всего, не скипнется. Только, да, только будет вот так. Кстати, заразу мы, походу, не получили. Ни хрена себе. Пройдя просто сквозь облако. Да, инфекции не было. Извините. Реально не было, ну-ка. Нет. Или я туплю? Нет, нет, все нормально. Офигенно. Нет, вход в термитник, кстати. Я забыл совсем. Он же там вроде как. Если это вообще вход в термитник. Если я вообще сейчас соображаю, что я творю. Мы там не были-то ни разу. Были в какой-то части, и то это больше похоже на склад было. Видимо, термитник открыт, это как раз вот сейчас. А может быть, если я взял бы задание у младшего Влада и в прошлый день насчет термитника? Или вряд ли, да? Вряд ли это как-то было бы связано. Да, сейчас я смогу сюда зайти. Такая толпа червей на меня нападает со всех сторон, да? Нет, пока что не нападает. Это хорошо. И что, я не могу ни с кем пообщаться из вас? Ладно. Я понял, нужно найти того, кто будет со мной говорить. Возможно, это Артемий сам. Бурах. Могу поспать, интересно, нет.
Они со мной не общаются. Кстати, инфекции-то тут нет сейчас. Все странно, да? Ну, несколько странно. Ну да, походу мне нужно найти конкретного человека, который со мной бы стал говорить. Может быть, это та предводительница маленькая, их не помните. Из ремейка. Кстати, про нее вроде уже было и тут упоминание. Попробуем на самый верх подняться. Ага. Поднялся. С этой стороны нельзя, говорят нам. Самое обидное будет, что вообще, если все это напрасно, мы сейчас в термитнике абсолютно ничего не получим. Нас выше не пускают, смотрите. Наши выше просто не пускают абсолютно. Все завалено, заставлено, идите. Поговорить мне тут абсолютно не с кем. Хотя вот, да, пожалуйста, например. Вчера занимаются изготовлением бурды за деньги. Где мне это искать? Как не в термитнике, блин. В термитнике. Уже в термитнике. Первый корпус. Может быть, во втором корпусе термитника. Надо как-то во второй корпус термитника попасть. Второй корпус. А как туда попасть? Это что они со мной не будут говорить, это 100%. Это уже понятно. А, вот оно, смотрите. Охренеть. Мир тебе, Айнон. Мир тебе. Живи сам, давай жить другим. Так мудрые говорят. Вот вы где, червивое место. Ну что, заказ могу ли сделать? Просим великодушно. Берем недорого, всего 30 тысяч. Но тебе, Айнон, отдадим бесплатно. Мертвая каша, милое дело. Всю гниль из тебя выведет, всю порчу искоренит из тебя. Яхонтовый. Значит, по моей методике делаете так, что ли? Моим именем торгуете тут, мрази. Ай-ай, ну. Пожалей нас, не трогай нас. Торговать не будем больше, кашу делать не станем больше. Оставишь живых, если матери не выдашь, если. Вот тебе интересное скажем, будешь доволен. Если мне понравится то, что ты скажешь, не выдам. Не мы больше всех виноваты. Всех больше сын босса виноват. Мы шалим, балуемся. В настоящую панацею скупает. Всех скупил, кому бурак дал, у всех отнял. Все себе забрал. Его застрели, Айнон. Ему грози, а что отымешь у него, себе забери. Нам спасибо скажи. А где он брал настоящую панацею? Только бурак сделать панацею может. Линии знает. Он отдавал свои склянки детям, Бадхо. Отдавал боссу, но сын босса забрал все себе. Чтобы продавать злодеям, мироедам за железо и золото. Пожалей, Нон, отпусти, не будем больше, в землю уйдем. Живите, а матери про эту комнату скажу. Через полчаса, чтобы духу вашего тут не было. Что, одинаково они будут говорить, да? Да, логично. Логично. Оказывается, младший Влад уже и панацеей торгует. А человек своего нигде не упустит. Право иной раз подумает, что он хуже грифа. Ладно, узнаем, как он наладил эту торговлю. Может быть, черви хотели с больной головы на здоровую перенести. Знаете что, я верю червям. Ну, правда верю. И... я не хочу их сдавать. А насчет матери рассказать, а где она? Где их эта маленькая матерь?
Пойди и тут где-то, где горят свечи. Ну или я встречу ее потом, возможно. Ну давайте, то есть убивать я их за это не хочу, потому что я им действительно верю. Что это младший Влад зло. Потому что яблони от яблони. Яблоко от яблони падает недалеко. Ох, как недалеко. А смогу я тут спрыгнуть сразу? Хер там плавал, понял. Знаете что, хорошо, что я ночью пошел. Я хочу, хоть могу спокойно все-таки, не спеша, абсолютно не спеша, ходить, смотреть, что, где, куда. Потому что если это было бы день, я бы сейчас нервничал, что я там опаздываю, спешу. А тут видите, как все в этом плане неплохо. Какие больные тут есть. А мы-то сами не больные, нет. Поэтому будет хорошо, на самом деле. Правда хорошо. Наверное, уже надо выходить отсюда. Пора, как говорится. Делать тут больше нечего. Знаете, пацаны, я забыл, где выход. Ха-ха-ха. Верите, нет, но правда забыл. Твою же мать-то. Вот ен-то я, Нубасян. Нифига себе, я сквозь ящики могу проходить. Прикольно. Прикольно, ребята, прикольно. Прикольно, блин. Где, мать его, выход? Реально, блин, забыл. Охренеть, я забыл, где выход. Что теперь делать? Что теперь делать? Спасите, помогите. Спасите, помогите. Блин, жопа. Жопа. Дайте выйти. Выйти, дайте. Время идет. Сейчас мы тут целый день проведем, не выполним задание. Наши близкие, то есть не близкие, а приближенные, сдохнут еще из-за этого. Я не хочу. У меня есть порошочек, но он один. Один маленький, беззащитный совсем. Вот такое. Ладно, ладно, я не буду нервничать. Подождите, а там что дальше, мне интересно. Выход, что ли? Походу на то. Ага, не выход это, ни хрена. Это Гаруспик! Хай, брах! Напрасно ты сюда зашел, Ойно. Ты здесь опасно. Не умеешь ты жить с нами. Скажи, как проникнуть в бойни? Входы заваливаются валунами изнутри. Когда приходит время, мясники откатывают их. Тогда туда можно пробраться. Нужно ждать моментов. А когда их откатывают? В какое время? Закономерность есть, но я ее еще не понял. Пытался выпросить настоятельницу, но она только шалит. Непонятно, говорит ли всерьез, или дурачится. Сегодня их откроют. Там внутри сражаются мясники. Чем-то они недовольны. Боюсь, что и без меня тут не обошлось. Мать утверждает, что все должно утихнуть после полуночи. 2 часа ночи, возможно, откатят валун от главного входа. Да тебе туда пропустят, если мать разрешит. С кем они сражаются? Вчера, после того, как их выпустили, у них был общий совет. Сегодня они разбились напополам. Одни требуют смерти старшины. Другие, кажется, желают расправы над Альгимским. Я ничего не понимаю. Мать говорит, там идет свирепый бой. Ты ведь уже ходил в термитник раньше? Да, ходил. Но не проси сказать, кто меня сюда провел. А чего ты боишься? Я не боюсь ничего, но слишком много людей погибло за эти дни на моих глазах. Не от болезни, лишь по злой воле тех, кто желал осуществить свои представления о справедливости. Ты понял меня? Да, это точно. Что ты тут делаешь, Бурах? Я был в бойнях, раздобыл там кое-что ценное. Слушай меня, Ойнон. Если моя надежда верна, завтра у нас будет сыворотка.
Вот это новости, и что же это за ценность такая? Кровь, опять кровь. Не буду говорить, как я ее достал, но очень может оказаться, что это то, с чем работал Стах. Только лучше. Она еще живая. Посмотри, появляются ли в ней. Понимаешь? Что, антитела? Да, антитела. Ты уже знаешь, как выглядит живая бактерия, как выглядит мертвая. Стах говорил мне. Думаю, ты без труда увидишь, что происходит с заразой в этой крови. Чья это кровь, Бурах? Не могу сказать. Если ты мне не доверяешь, я не буду иметь с тобою дел. Если ты изучишь эту кровь, Айнон, завтра я вручу тебе порцию действующей панацеи. А если ты убедишься, что это то самое, может быть, отдам уже и сегодня. Твоему слову я верю. Но что, это достаточный аргумент? Вполне, как я тебя найду? Я буду где-нибудь здесь. Работаю еще до черта. Если случится беда, дам тебе знать. Тогда увидимся в том подвале. Под тучным заводом. Хорошо. Так. Таинственный образец. Нужно проверить под ближайшим же микроскопом содержимое склянки, которую дал мне Бурак. На ощупь тяжелая и горячая. Но что может быть внутри? Склянка Бураха. Блин, микроскопа-то нету ни хрена. Опять они говорят, говорили про мать, он говорил. Хорошо, что я сюда зашел, да? Бураха нашел. А юнит нигде не видно. В 2 часа ночи. В 2 часа ночи откатят, ну, в следующей ночи, не этой. Откатят в отбойник камни, я смогу туда пройти. Это очень круто. Я хочу туда попасть. Об этом нужно не забыть, пацаны. Ни в коем случае не забыть. Так, ну а теперь я серьезно не найду выхода, потому что до этого-то я просто ходил, смотрел все кругом. А теперь мне реально пора на выход. Правда, я не Бураха искал, честно говоря, а эту мать ихнюю. Вот он, что ли, выход, нет? Походу он. Сейф, короче. Ближайший микроскоп. А где ближайший нахрен микроскоп? Великолепно. Где ближайший микроскоп? Просто великолепно. Я не знаю, где ближайший микроскоп, друзья. У Аспины же его нет. Ну, до двух ночи понятное дело, что я типа найду этот микроскоп, где посмотреть кровь. Надо идти спать, наверное, до утра у Аспины. Да? Или у Аспины все-таки, у Аспины, наверное. Ладно, чтобы эта хрень нас не достала. Главное, чтобы эта хрень нас не достала. Пожалуй, зайду в магазин. Проверимся. Вроде все нормально. Что у нас там, кстати... По одежке. Я без ничего хожу, без ничего. Все хорошо. О! Яйцо. Блин, нифига себе, яйцо сколько стоит. Лимон покупаю, конечно же. Лимон, конечно же, покупаю. Ну, на самом деле, учитывая, как мы все тут делаем по ночам, лимон мне может вообще не пригодиться. Давайте сейвиться дальше. Блин, ну это прикольно, то, что мы Бураха нашли. Вот это был бы фейл, да, если мы бы его не нашли. Если бы они стал искать мать, обходя вокруг все. Ну, такой бы был бы фейл, реально. Печалька. Жесткая. Раз, два, три, четыре, пять. Пять же, да? Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, пока он будет оббирать, можно подойти, короче, сейчас засейвится по-быстренькому. И на. Блин, слишком много здоровья потерял. Но когда мы будем спать, мы знаем, как здоровье восстановить, в принципе. Да? Да. Зато 1000 монет сэкономили. Это тоже очень хорошо.
Ё-моё, там... Ноу, блин, ноу, 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 ноу. Твою ж заразу, а. Ой. Съезжание курсора на другой монитор. Ну что ты будешь делать, а? Ни одна программа, которая блокирует монитор в окне, две их пробовал, не работает. Ну что за чушь? Только у Новосяна только так бывает. Писец. Главное, в битве все нормально, успеваю отходить, отскакивать. А тут, блин, ни хрена не успеваю, видите? Обидно, досадно. Не успеваю тупо. Тупо не успеваю. Писец. Может, проще достать револьвер все-таки, как вы думаете? Значит, засейлс в таком месте, блин, неудобно. Мы грифу сходим, купим, блин, патроны, да и все. Да и днем поменяем с какими-нибудь девчонками. Мальчишками. У них тоже что-нибудь будет. У нас револьверные патроны теперь тоже идут, в принципе, нормально. На нахрен. Так, делаем. Прибежать, какой-нибудь дом нахрен забежать, да и все. Никого не хочу убивать. Скипнуть всю эту заразу. Так, сейф. Инфекция нет, зашибись. За дверью жертва того нерадения. Жертва пренебрежения долгом врача. Из-за этого Ева, что ли, умерла? Нерадение там и там. У меня есть мономицин, это поможет продержаться до завтрашнего утра. Да не, вряд ли, это чушь. До полуночи сегодня больной ненадолго выглядит к тебе с того света. В полночь я усыплю его снова. Передай мне лекарство и входи. Не, ну мономицин-то у меня есть еще, правильно? Да, еще два как минимум есть. Тут нету этого, но есть она. Ну и сука. Всех к ногтю прижала. И откуда что берется? Это ты о ком? Всех местных сук я уже знаю. Никто из них меня уже ничем не удивит, хотя... Что-то в Марии зашевелились темные волокна. Нет, я про вчерашнюю нашу радость. Да, впечатляет. Сабурова диктатора новоявленного. Они звели под стол, это хорошо. Альгимского лживую сволочь разоблачили, это приятно. Каны, надеюсь, сами себя передушат. Жить налаживается. Аспина, я хочу попасть в бойни. В бойни? А ты там сдохнешь? Да что с тобой сегодня, наконец? А то, что это я тебя вдруг так поразило. Или ты уже решил, что я к тебе страсти неземно прониклась? Нет, бакалавр, ты мне враг. Неудивительно, что суеверный народ считает тебя воплощением песчаной лихорадки. Суеверный народ совершенно прав. Это я и есть, ты до сих пор так и не понял. А никакая не Клара Мара. Ладно, достаточно. Как попасть в бойни? Сегодня ночью, как стемнеет, часов в 10 или в 11 откроется бычий зев. Ты же знаешь, что такое бычий зев? Нет. Ворота, которые выходят в степь, через них бойни выводят быков. Спасибо, Оспина. Ну, я не верю. То есть он сказал в 2, она сказала в 9-10. 9-10 и 2 это разное время. Ну, хорошо, мы запомним и 9-10 и 2. Давайте, наверное, сейчас, секундочку. Где у нас вот эта штучка? И поспим мы до... Ну, часа 3 поспим, я думаю, вполне этого достаточно.
Заразилось 217, умерли, блин, до хрена, пропали. До конца осталось меньше 5 дней, завтра в город прибудет санитарная армия. 3400 уже. День 8, к концу которого бакалавр сможет удостовериться в том, что от земли не приходится ждать ничего хорошего. Да, такое возможно, вполне. Вполне такое возможно. Ну а с другой стороны, может быть, и хорошую от земли будем ждать. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Лай, ждите новых серий. Всем пока.